Более 250 бизнес-леди стали участницами первого межрегионального форума женского предпринимательства. Встреча, организованная сообществом «Нежный бизнес», прошла в администрации городского округа Люберцы и собрала опытных спикеров, которые поделились секретами успешной карьеры. Подробности далее. На той площадке представительницы 50 городов России. У них разные направления работы и сфера деятельности, но каждая часть крупнейшего сообщества страны, которое объединяет женщин-предпринимателей. Сегодня в рядах «Нежного бизнеса» почти 5000 человек. Бизнес – это, в первую очередь, конечно, ответственность. Это очень серьезное решение, серьезный шаг в жизни, когда человек принимает, в данном случае, очаровательная дама принимает решение создать что-либо. Конечно же, для нас, как для органов местного самоуправления, очень важно. Важно любое начинание. Программа форума включила в себя три секции: «Создавай», «Продвигай», «Приумножай». Среди спикеров – представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Участницам встречи рассказали, на какую поддержку со стороны государства они могут рассчитывать при открытии своего дела или при расширении производства. Если вы хотите построить производство в сфере импортозамещения, вы можете взять земельный участок в аренду за рубль. И в течение 3 лет должны будете построить на нем производство, и дальше можно будет эту землю выкупить и развивать свое производство. Если вы приобретаете какое-то оборудование, расширяете производство, модернизируете свое производство, вы имеете право возместить затраты на приобретенное оборудование. Этот конкурс мы проводим, как правило, во втором квартале года. Бизнес-леди могут рассчитывать и на льготные кредиты до 100 миллионов рублей. О всех нововведениях и мерах поддержки женщины-предприниматели, как правило, узнают через сообщество «Нежный бизнес». Более того, руководители проекта зачастую становятся связующим звеном между владельцами бизнеса и властью. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.